Привет, Акёна, я приехала делать айдоль макияж. Здесь делаю самый последний тренд айдоль макияж. Айлайнер, 그냥 섀도우. Для блестящих губ намазываем бальзам. Легкий увлажняющий крем для лета под макияжем. Я думала, айдоли красят очень белый, но оказывается нет. Это потому, что из-за рампочки очень светлый. А, 진짜요? 색깔이 Так, теперь будем делать консилер. Летом все равно у меня тоже на лице появились маленькие пятна. Это скрываем. Так, мы уже наносили тональный крем. Сверху еще раз намазываем светлый тон тональный крем. На лоб, щеки и подбородок. Чтобы лицо объемно выглядело. Теперь делаем контур. Это самая важная часть для айдоль макияжа, поэтому она смешивает светлый коричневый и темно-коричневый цвет. И делаем нос. Нос в середине не трогаем и уменьшаем ноздри. Та-дам, нос тоже сделали. Так, теперь брови. Я заметила, для айдоль макияжа немножко темно и густо делает брови, чтобы хорошо видно было. О, 눈썹 이쁘다. 쪽이 좋으세요? 코랄 쪽이 좋으세요? 저 코랄이요. 네. 여기 없죠? 여기 있어요? 이색이에요. 네. 오, 예쁘다. Так как я делала наращивание ресниц, поэтому попросила Говорят, очень темный коричневый цвет это обязательно, когда красят айдоли. Так, сначала как база темно-коричневый цвет, потом блестящие пудры. 요즘에는 그게 훨씬 좋은 거 아니에요? 애교살이에요? 네. 어. 이렇게 근데 또 너무 진하게 하면 오히려 보정할 때 좀 안 이쁘게 되더라고요. 아, 그래요? 그래서 적당히. 이거 제일 Нижней части ресницы, правда, очень долго красила. Бывает, что приклеить ресницы нижней части тоже. Lumiana, цвет коралловый, который я выбрала. Посмотрите, как она рисует. Она наоборот рисует. Потом тонко намазывает большую часть щеки. Дорогие, я удивилась. Такой цвет помады где-то 10 лет назад популярна была. Но говорят, мода вернулась. Теперь такой цвет помады тоже очень популярная. Хайлайтер, я? Последний этап. Фиксируем макияж со спреем. Еще сушим пеном. Очень долго сушили. Бога лайкаю. Сустики, 말씀드리면, 요즘 스타일은 생머리긴 한데, 이제 조금 러블리해 보이고 싶다 하면 웨이브가 좋으세요. 여기서 웨이브 좀 괜찮을까요? Самое важное – это объем передних волос. Почти все не очень ярко выглядит. Это я приехала в студию, где снимают как айдоль. Эва! 둘 중에 혹시 뭐가 땡기실까요? 저 이거요. 이거요? 무조건 큰 거. 어떻게 골라 이렇게 예쁜데? 이거 아니야. 어, 저 이거요. 이걸로 지금 괜찮으시죠? 네, 괜찮아요. 네. 약간 이런 느낌으로. 대박. 코 같이 목에 막 집중되게 하는 거. 와, 이거 예쁘다. 정하셔야 합니다. 이런 느낌. 저 이거. 이걸로 할까요?
이가양. 블랙으로 얘기해. 보통 무슨 색 하세요? 보통 거의 블랙을 하시긴 해요. 아, 그래요? I just want to forget you, but I'm not capable.